Весна, всем привет. Продолжим играть. Даже не знаю, как сказать, не в игру, а... Блин. Игровое повествование истории. Наверное, как-то так можно сказать. Короче, в историю про птицу и мальчика. Ну ладно, продолжим. Так, здесь. Только я вот не понимаю, как здесь чекпоинт и все остальное. По-моему, это мы уже видели. Ладно. Вот, по-моему, недалеко, так что пройти придется заново, по-моему. Да. Тут совсем ерунда. Кстати, кстати, довольно очень интересная история. Точнее, подача всей истории через игру. При том, что в игре ни одного диалога нет. Очень интересно и еще раз интересно. Больше, короче, нравится. Не знаю, я бы не советовал никому. А, блин, нас чешется, ай-яй-яй. Не советовал бы никому смотреть это прохождение. Это вообще ни одно это прохождение смотреть, а пройти самому, при том, что эта игра даже пойдет, даже не знаю, даже на корвете запустится. Даже на самом старом, самом плохом компьютере, ноутбуке вы сможете это пройти. Да, конечно, можно и купить, она стоит всего лишь там доллар или два, я вот не помню. Вообще копейки. Но если заплатить, по-моему, $4, а вообще сложности получается, то можно получить все саундтреки игры. Музыка здесь шикарная, так что советую. Купить вместе с саундтреками. Знает, что эти же создатели этой игры, это те же, кто и делал To The Moon. Советую поиграть To The Moon. Тоже, кто любит шикарный сюжет и кого не смущает игры в стиле пиксель-арт, то обязательно нужно в To The Moon поиграть. Сюжет просто шикарен. Даже может кого-нибудь расстрогает до слез. Такое тоже возможно. Не без этого. Thank you.
собака уже, это птичка. И ловит, и отдает. И... Так, а вот где мы остановились в прошлый раз. К сожалению, я не просек, как... Где здесь эти чекпоинты? Так, нам нужен хлеб. Вон мы видим хлеб. Здесь самый большой. И что, мы так просто вынесем? А купить? Вот так. Там такой пошел. О, нам сюда. Так, и куда мы придем? А, ну да, это что место, где мы спасли. Может, он еще хочет барсука накормить? Было бы странно. Все вырывает, так скоро ничего не останется там. Так. Что хочет большой лист сложить? Большой самолет? Самолетик сделать? И на нем запустить? Да-да. Заканчивается, я же говорил. Так. Чё это до хрена он уже сложил? Это вообще дофига. Последний листок. Ватман сложил. Сейчас будет мега самолетик. И на нем отправимся в космос покорять неведомые дали. Он еще умеет зависать. Мега-технологии новых лет. Не-не-не, я хочу сюда.
очень красиво сделано. Не знаю, мне доставляет это удовольствие. Все-таки приятная игра. Сюжет приятен, подача сюжета здесь интересная. Но все же лучше это не смотреть, а пройти самому. Намного больше удовольствия будет. Уже в каком-то лесу, в горах. Знаете, я, наверное, предугадываю, что будет в конце сюжета. Радостно от этого. Даже аж из этого, из этой аптеки, ой, от поликлиники, врач, от больницы, кто как называет. Мы у нас хотят забрать птичку. Даже не по-моему, а так точно. Так,
волшебные деревья, волшебный лес. Так, мы дома. Лет нам приснилось. Так, мы дома. Балкон. Непонятности творятся. Школа? А почему никого нет? Опа! Гроза, дождь. А у нас сегодня тоже, блин, целый день дождь идет. Ужас. Мерзкая осенняя погода. Такую погоду целый день спать хочется. Получается, мы опять отнесем доктору птицу. Получается так. Какая-то музычка невеселая. Даже очень. Да, там дождь. Горизонт. И пошли. Что-то как-то совсем не весело. Все получается. Желтый.
Да, в принципе, и должна закончиться грустно эта история. Может, даже и печально. Интересно. Воспоминания прошли. Ну да, печальный конец скоро может настать. Ну, может, не печальный, грустный. Полетели. Только вот куда? Это хоть не очень нравится. У нас, что у нас попадает молния. Вообще, может быть, действительно не стоило делать то, что он делает. От некоторых вещей. Нельзя убежать. Как-то все не очень. Так, сюда мы не можем. Страницу мы тоже подобрать не можем. Портфель. А нет, нашего друга тут. Опа. Да.
совсем все как-то никак. Может, в школу можно? Это что такое? Мусорка. Нет. Туда мы точно не можем. Где мы нашли. Больше друга. Не очень это. Я надеюсь, что все-таки появится обратно друг и его птичка. А да, надежда всегда умирает последней. Thank you.
Интересно, что вернулось. По-моему, да. Мы уже пошли проверим. И конец всей истории. Знаете, я вот не знаю, почему все говорили, что вся история заканчивается печально. По-моему, здесь хороший конец. То есть закончилось все хорошо, да. Были моменты, где оказалось, что вот все, и ничего лучшего уже не будет. Все пришло в упадок, и, по-моему, завершение довольно хорошее. Так что хороший конец. А вот теперь самое интересное, зачем столько языков, если в этой игре нет ни единого текста, ни единого слова, вообще ничего. Можно было вообще игру не переводить. Так тут и в принципе нечего переводить.
от этих же разработчиков. И, по-моему, это не так уж и долго ждать, потому что разрыв между, допустим, Тузомом и всей игрой Abyss Story не такой же большой разрыв. Так что в скором времени увидим, надеюсь, новый шедевр. Как по мне, довольно интересное повествование истории с помощью игры. Да, здесь нет не того, что... Короче, здесь нет того, что многие любят. Экшен, там, кровь, Ачилова. Просто хорошая история в забавном пиксельном повествовании. По-моему, это шикарно. И то, что они просят максимум почти $5, там 4 с копейками. По крайней мере, мне было не жалко отдавать всей сумму. Ну что, закончили. Так что ждем нового. Всем пока.